Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на распаковочке две посылочки с Алиэкспресса. У нас здесь находятся вышивки с Китая. Сейчас мы вместе с вами их распакуем и посмотрим. Ссылочки, как всегда, в описании. Можно будет зайти и себе заказать, если товар в подходящем, надлежащем. Так, здесь у нас немножко есть повреждения. Вот, я думаю, что там все будет целенько. Так, открываем аккуратненько. Сейчас вместе с вами посмотрим, что же нам сейчас пришло. Так, пришла у нас вот такая вот вышивка. Подарочек нам ничего не положили. Пакетик пустой. Вот так, что по вышивке. Вот такая вот у нас картинка. Вот. Woman and Flower. Вот. Здесь у нас галочки стоят. Cotton Fabric. Cotton Thread. Instructions и Nibble. Что такое, не знаю. Сейчас здесь у нас здесь все так цивильненько. А, такой вот. Так, в комплекте у нас идет канва без рисунка. Да, канва у нас без рисунка. Комплект ниток. Cross-Stitch, кстати, фирмы Cross-Stitch. Вот. Я-то, конечно, не специалист, но вот такой вот комплект ниток. Потом их надо, кстати, наматывать на специальные такие вот. Тут даже их два комплекта ниток. Вот, везде надписи Cross-Stitch. Cross-Stitch, Cross-Stitch. Так. Канва. Такая уже простроченная, кстати. Видите, уже прострочена. И тут по всей стороне простроченная. Так, под крупный крестик. Так, сама схема. Что у нас представляет сама схема? Схема у нас цветная. Вот, крутина. Так, конечно, состоит у нас не с одного большого листа, а с нескольких листов. Профессионал по вышиванию говорит, что все отлично. Есть все листы, я надеюсь. Да, есть все листы. Вот, конечно, схема как и цветная, так и у нас символьная. То есть можно хорошо разобраться. Вот здесь у нас подписано 1, 2, 3, 4. На каждой страничке вот снизу тоже подписано 1, 2, 3. То есть рекомендуют к заказу. И шло к нам где-то 2,5 недели. Следующая наша посылочка, в принципе, от того же самого магазина. Получилось так, что заказали одну, потом другую. Сейчас смотрим следующую. От магазина, конечно, никакого подарочка нам не прилетело. Вот, тоже кросс Cotton Fabric, Cotton Instruction в комплекте. Так, размер, кстати, размер той картинки у нас 44 на 60. Здесь у нас размер 41 на 77. Трошки побольше будет картинка. Здесь у нас защелочка уже оторвалась. Так, смотрим. В принципе, тот же самый комплектик. Тот же самый комплектик, та же самая канва. Оверлочен. Уже оверлоченная канва мне подсказывает. Уже со всех сторон это плюс. Так, нитки написаны Cross-Stitch фирменные. Вот все под номерочками. Даже в комплекте две иглы идут. Там я что-то не обратил внимания, в том комплекте есть иглы, нету. В том комплекте. А, тоже есть две иглы и в том комплекте, и в этом комплекте тоже две иглы. Вот, для вышивания специальные иглы. Вот, канва. Так, что по самой картинке. Картинка у нас состоит из 6 частей. Вот. Здесь у нас уже, кстати, здесь сделано видеожурнала, кстати, да? Да, вот шито степлером. Видео уже журнала. Вот. Картинка у нас как цветная, так и символьная. Вот видно гуся.
Кстати, это у нас знаменитая картина «Пятница». В принципе, все ясно, все отличненько, все цветные схемы. Также у этого продавца можно заказать и на ткани уже нанесенную к схему. Но решили заказать так. Ну, на этом будем заканчивать. Ссылочки в описании. Всем подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока.